Привет всем! Меня зовут Наталья Петрова. Добро пожаловать на мой канал. Путешествуя, хочется посетить все достопримечательности и интересные места. При этом не менее интересно попробовать экзотические блюда в лучших ресторанах и кафе. Сегодня я помогу узнать, как забронировать столик, как правильно общаться с официантом, а также, не менее важно, пожаловаться администратору на английском языке. Приятного просмотра! Первое, с чего мы начнем, это заказ столика. Если вы планируете заказать столик в модном ресторане или кафе, то лучше это сделать заранее. Я подготовила несколько полезных фраз и выражений, которые помогут вам это сделать. I would like to book a table, please. Я бы хотел зарезервировать столик, пожалуйста. I would like a table for two. Я бы хотел столик на двоих. When for? На когда? For what time? На какое время? Smoking or non-smoking? Зал для курящих или не курящих? Can I get your name? Могу я узнать ваше имя? Придя в кафе, вам необходимо будет заказать вкусные блюда. Сегодня я тоже вам в этом помогу, но не забудьте упомянуть, вдруг у вас есть аллергия на какие-либо продукты, то необходимо воспользоваться следующей фразой I'm allergic to – у меня аллергия на. Или же просто скажите I don't eat – я не ем. Could you bring the menu, please? Не могли бы вы мне принести меню? Could I see the wine list, please? Могу я посмотреть карту вин? Are you ready to order? Вы готовы сделать заказ? I'm not ready yet. Я еще не готов. What do you recommend? Что вы порекомендуете? I would like the set lunch. Я бы хотел комплексный обед. I will take this. Я возьму это. Does it contain? Это блюдо содержит? What specials do you have? Какие специальные блюда у вас есть? For here or to go? Здесь или с собой? Would you like anything else? Желаете что-нибудь еще? Nothing else, thank you. Больше ничего, спасибо. How long will it take? Сколько времени это займет? Would you like any coffee or dessert? Вы хотите кофе или десерт? Could you bring us some more bread, milk, water? Не могли бы вы принести нам еще хлеба, молока, воды? Далее, на что необходимо обратить внимание, это жалоба. Ситуации в жизни бывают разные. Официант может нагрубить. Блюдо может оказаться соленым, горьким или холодным. Такие проблемы необходимо решать сразу, чтобы в дальнейшем вы могли пользоваться качественным обслуживанием. The food is sour. Еда кислая. The food is cold. Еда холодная. The dish is too salty. Блюдо очень соленое. We've been waiting a long time. Мы ждем уже давно. Can I see the manager, please? Могу я увидеть администратора? This meat is overroasted. Это мясо пережарено. On the house. За счет заведения. This dish is not cooked enough. Это блюдо недоготовлено. Завершающий этап нашего видео – это оплата счета. Уйти по-английски, ребят, не получится. Необходимо будет еще раз пообщаться с официантом и попросить счет – check or bill. Оба эти слова используются, только слово bill используется в Британии, а слово check в Америке. По завершению разговора с официантом вы можете уточнить пару вопросов. Can I pay by card? Я могу оплатить картой. Do you take credit cards? Вы принимаете кредитные карты? Is service included in bill? Плата за обслуживание включена в счет. Can we pay separately? Можем ли мы заплатить раздельно? Keep the change. Оставьте сдачу себе.
И в завершении я подготовила полезные фразы и выражения. Я на диете. I'm on a diet. Я заплачу. I pay. Угощайтесь. Help yourself. Может, хотите еще что-нибудь? Would you like something else? Тут в счете ошибка. There is a mistake in the bill. Обслужите нас как можно быстрее. Serve us as quick as possible. Какой вы хотите десерт? What dessert would you like? На вкус это довольно мило, сладкое, соленое, пряное. That tastes a bit nice, sweet, salty, spicy. Я очень хочу есть. I'm very hungry. Это грязный стакан, нож, чашка, тарелка, вилка или ложка. This glass, knife, cup, plate, fork, spoon is dirty. Я не дам чаевых. I can't tip. Давайте позавтракаем, пообедаем, поужинаем в ресторане. Let's have a breakfast, lunch, dinner in a restaurant. Я бы хотел рыбу. I'd like some fish. Я не ем мясо. I don't eat meat. Блюдо пересолено. It is oversalted. Что вы пьете? What do you drink? Какое ваше любимое блюдо? What is your favorite food? Как найти паб или ресторан? Do you know any good restaurants? Вы знаете какой-нибудь хороший ресторан? Where is the nearest restaurant? Где находится ближайший ресторан? Can you recommend a good pub near here? Вы можете порекомендовать хороший паб поблизости? I'd like to go to a Chinese restaurant. Я бы хотел пойти в китайский ресторан. I want to try the local food. Я хочу попробовать местные блюда. Do you know any good places to eat to go for a drink? Вы знаете хорошее место, где можно поесть или выпить? What would you like to drink? Что бы вы хотели выпить? What are you having? Что вы будете? What can I get you? Что я могу предложить? I'll have some juice. Я бы хотел сок, пожалуйста. Are you being served? Вас уже обслуживают? I'm being served, thanks. Меня уже обслуживают, спасибо. Which juice would you like? Какой сок вы бы хотели? I'll have the same, please. Я буду то же самое, пожалуйста. Nothing for me, thanks. Для меня ничего, спасибо. Keep the change. Оставьте сдачу себе. Whose round is it? Чья очередь платить? It's my round. Моя очередь. Заказ закусок и еды. Do you have any snacks? У вас есть какие-нибудь закуски? Do you have any sandwiches? У вас есть сэндвичи? Do you serve food? Вы подаете еду? A packet of crisps, please. Пачку чипсов, пожалуйста. What flavor would you like? С каким вкусом вы бы хотели? Bacon, бекон, cheese and onion, сыр с луком, salt and vinegar, соль и уксус. What would you like to start with? Чего бы вы хотели начать? What would you like for dessert? Что бы вы хотели на десерт? How would you like your steak? Какой пожарке вы хотите стейк? May I advise you a salad? Могу ли я посоветовать вам салат? Do you want vegetables with it? Хотите овощей к этому блюду? What kind of dressing? Какая заправка? Would you care for something to drink? Хотите ли что-то выпить? Would you like another cup of coffee? Хотите еще кофе? Would you like anything else? Будете что-то еще? Would you like a dish without dairy products, nuts? Хотите ли блюдо без молочных продуктов, орехов? Название мяса. Cow – корова, beef – говядина, pig – свинья, pork – свинина, sheep – овца, mutton – баранина, calf – теленок, veal – телятина, utensils – посуда, glass – стакан, cup – чашка,
plate – тарелка, fork – вилка, knife – нож, fruits of the sea – морепродукты, кот – треска, prawn – креветка, salmon – лосось, shellfish – моллюск, trout – форель, mussel – мидия, oyster – устрица, liver – печень, ribs – ребрышки, noodles – лапша, salad – dressing – заправка для салата, turkey – индейка, ham – ветчина, chop – отбивная, roll – булочка, chips – чипсы, french fries – картошка фри, mashed potatoes – пюре, meat – loaf – мясной рулет, eating and drinking – bite – кусать, gulp – down – быстро пить, swallow – глотать, chew – жевать. Bon appétit! Приятного аппетита! Всех благодарю за внимание, не забудьте подписаться на мой канал. Всем желаю удачи, пока, друзья!